Училка, ну что там с моим тестом? Тедди, у тебя, друг мой, дислексия. А вдобавок еще и дискалькулия. Я это чувствовал! Это еще не все. Также у тебя расстройство восприятия. Как у меня расстройство восприятия? Я же почувствовал дискалькулию. Офигеть. Добро пожаловать в вечернюю школу. За один семестр вам придется освоить 4-летнюю программу. Учиться! Учиться! И еще раз учиться! Да! Вместо грудного молока мамочка ему давала пиво. Традиционные методики обучения тут бессильны. Почему мы на ринге? Квадратный корень из 81. Чего? Квадратный корень из 81. Да не знаю, я что привязал? Квадратный корень! Отвечай! Да у нее стальные яйца. Завалите экзамен. Будем прощаться. Мы должны стащить ответы. Не хочешь объяснить, как ты получил максимальный балл? Я знаю, что не мог получить максимальный балл. Я нарочно пропустил 5 вопросов. Смерть стукача! Чё? Чё вылупился? Цыплёнка, отведа, если настрой на победу! Тедди, ты чё вырядился, как петух? Здесь я на своём месте. Твоё призвание торговать курицей у стрип-клуба? Да потому что и там круглосуточно жарят курочек! А ну-ка, снимай его, ты сдашь грёбаный экзамен! Ну что, готовы получить аттестат? Отвалишку сделай, сучка! Пока, котик! Ну что, погнали? Кранты тебе! Назови столицу Бельгии. Вафля? Что? Ответ неверный! Куда собрался? Вечерняя школа. Ты меня валишь в натуре. Состав воды. Дождь? Думай! Газ? Две части водорода, одна часть кислорода. Ответ верный, Тедди. А чем завоняло? Сероводородом. Чё, реально пёрнуло? Жесть! Этот урок я полюбас запомню навсегда! В кино с 22 ноября.